Всем привет! Это 25-й каунт, и сегодня у нас набор вышивки крестом от Риолис фестиваль в Каппадокии. Это очень ожидаемый многими набор. Поэтому многим будет интересно посмотреть, что внутри этого набора, а также благодаря компании Риолис мы им сможем продемонстрировать, как он выглядит в отшитом виде. Но это будет чуть-чуть попозже. А сейчас давайте смотреть, как он выглядит изнутри, из чего он состоит. Набор имеет артикул 2021. Вышивка это объемная, на 30 на 40 сантиметров. И на обложке заявлено, как основная техника вышивка крестом. В набор входит инструкция на 6 языках, а также цветная схема, канва для вышивания Цвайгард Аида 14 белая, шерстяные нитки акриловые 32 цветов, игла. Художник Юлия Гаврилина. Открываем. Здесь мы видим органайзеры с цветными нитками, которые собраны в палитры. И эти палитры пронумерованы. Белую канву Аиду 14 каунта, к ней прикреплена иголочка. И два листа, на которой напечатана схема. О, спасибо упаковщице QC15. Она упаковала этот набор. Давайте развернем схему и посмотрим ее более тщательно. Ключ выполнен традиционным образом для Риолис 4 столбика ABCD. Первая под столбик под буквой A обозначает значок на схеме. Под буквой B идет техника вышивки. В данном случае везде у нас крест, и только в последнем это контурный шов бэкстич. C это номер нитки на плашке. Вот они, эти номера. И D – количество нитей. В данном случае вышивка в две нити ведется. Здесь совсем мало смешанных цветов. Я насчитала 8. Ориентироваться по этому ключу очень просто. Давайте разбираться. Вот, например, мы видим, что цвет 3 и цвет 4 – цвет 3 и цвет 4 смешиваются. И значок на схеме будет выглядеть вот так. То есть мы берем одну нитку третьего цвета, одну нитку четвертого и вышиваем в две нитки по вот такому значку на схеме. Кроме этого, на схеме некоторые символы выполнены просто заливкой квадратик. Квадратик заливается каким-то цветом. Это выполнено для того, чтобы схема не перегружалась и была более читабельная, да и глаз не утомлялся от этой пестроты. Бэкстич. Черная нитка используется всего в нескольких местах. Это контуры автобуса, гор и вот здесь на шарах возле корзин несколько ниток. То есть так, как любят многие вышивальщицы, минимализирован практически. При этом работа очень яркая, сочная и жизнерадостная. Ну а теперь, друзья, наш отшив. Сочный, яркий, красивый. Так и хочется запрыгнуть в одну из этих корзинок и отправиться встречать солнечный рассвет. Наверное, так и сделала Юлия Гаврилина, когда сочиняла этот дизайн. Эта вышивка вполне может быть подарком на 8 марта, ведь все мы, женщины, любим романтические поездки и путешествия. И пусть кому-то из вас повезет, потому что этот набор мы, конечно, разыграем и подарим вам. Что нужно для того, чтобы его получить? Все очень просто, как всегда, пишем комментарий внизу под этим роликом. В течение недели я определяю лучший комментарий. И вот наши шары с фестиваля Каппадокии отправляются к нашему призеру. Ну что ж, друзья, пишите, жду ваших откликов и всем удачи!